Привет, вы смотрите канал Elan Plays Games, меня зовут Лена. Это игра Deliver Us the Moon. Орион, шлюз. Поплыли? А что, у меня тут нет никаких взаимодействий? Шлюз. Космическая станция «Рука робота», управление «Плазменный резак» приведен в действие и готов резать замки. Запуск программы по умолчанию. А резать? Не знаю, что именно я должна резать. Ну, видимо, вот так. Что? Куда дальше? Без понятия. Или это я вот этот открыла шлюз? С противоположной стороны, возможно. Да. Так, что это? Плазменный резак вполне можно вынуть из руки робота и затем вставить в гнездо на перчатке для правой руки. Угу. Хорошо, у нас теперь есть резак. Опа. Неплохо. Так, кислорода у нас тут зато нет. А вот есть. А что, здесь резать надо? А сколько их? Так, а дальше что? Здесь должен быть кислород, да? Я правильно понимаю? А можно как-то больше бы запас мне его? Нет? И здесь что? Честное слово, ничего не понимаю, что тут происходит вообще. Откуда? Отсюда я пришла? Или нет? Или сюда надо идти? Куда? Время заканчивается. Наземный центр управления «Фортуна-1». От системы МРТ до сих пор нет сигналов. У вас там все под контролем? Нет, ничего не под контролем.
Явно надо как-то быстрее действовать. Я очень медленно все делаю, по-моему. Что это? Не ясно. Так, куда-то я прошла, вроде кислород нормально теперь тут. Сейчас собираю секцию 3C. Принято. Как думаешь, мы скоро закончим строительство? При том, что каждую неделю совет требует все больше запасов, сомневаюсь. Я вообще удивлен, что МакАртур этому не воспротивился. Да. Слушай, с поверхности Луны идут странные сигналы. Ты что-нибудь видишь? Я тут заканчиваю. Что за черт? Весь свет выключается. Рольф, ты в порядке? Что произошло? Я ничего не вижу, везде темно. Система МРТ прекратила энергоснабжение, вся станция отключилась. Сможешь вернуться к воздушному шлюзу? Никак нет, мне не видно. Ладно, отправлю Алекса для блокировки дверей шлюза. Ты видишь его? Я вижу его фонарь. Иду обратно к воздушному шлюзу. Что происходит? На поверхности совсем темно. Рольф, не сейчас. Сколько тебя ждать? 10 секунд. Давай быстрее. Когда воздушный шлюз закроется, ты окажешься взаперти. Алекс удерживает для тебя дверь, но долго он так не протянет. Так. Что у них там? Случилось что-то? Осмотреть. Бланк-заказ. Место доставки. Космическая станция Пирсон. Предназначение. Расширение крыла Орион. Панель расширения систем жизнеобеспечения 1. Вентиляторы подачи кислорода 3. Трубы подачи кислорода для корпуса высокого давления 5. Изоляционный материал для корпуса рулона по 20 метров 4. Внешняя защита корпуса изогнутая 90 градусов 4. Внутренние компоненты корпуса модульные 4. Капсула охлаждающая для криосна Hygens 1. Элемент питания заряженный Суань Electronics 1. Подпись Сары Бейкер 27 августа 1954 года. В поставке отказать. Напоминание. Любые поставки конструкционных материалов осуществляются только с одобрения Лунного Совета. Вопросы и жалобы просьба направить своему руководителю в WSA или по адресу. Подпись. Член Лунного Совета Уильям МакАртур, директор, начальник службы безопасности. Угу. Чего-то она заказала, ей отказали. Возможно, это сыграло некую роль. Что это за место? Ну, по крайней мере, пока кислород здесь есть, можно попробовать рассматривать, что тут. Склады, склады. Вроде ничего полезного. Что такое сканировать? Панель для крыла «Орион». Космическая станция «Пирсон» находится в рабочем состоянии, однако ее строительство еще не завершено. Сара и Рольф руководили монтажом последнего крыла до того момента, как член Лунного совета МакАртур приостановил поставки деталей, таких как, например, эта панель, перенаправив все ресурсы на осуществление некого конфиденциального проекта на Луне. Да, мне этот МакАртур уже не нравится. Заранее. Так, сейчас я в крыле Эрис. Хорошо. Нет, туда явно соваться не стоит. Но как бы хочется, но... Нет, я не могу ничего сделать. Система жизнеобеспечения. Ох, там тоже.
А что обрезать в случае чрезвычайной ситуации, тут написано. Так, пока сюда не очень хочу. Надо посмотреть, что вот там еще было. Или сюда никак не попасть? Значит, только сюда и можно. Честно говоря, шлем. Некий шлем. Блин, это мне придется через вот это вот проходить. А отключить нет никак. Меня ж тут может треснуть конкретно. О-о-о. Я туда не хочу. А придется, да? Ну и как? Так, тихо-тихо, стабилизируйся. Это было зря. Фух. А дальше что? Может, мне вообще сюда не надо было? Чего мы сюда вообще полезли? Спрашивается. Без понятия, что я сюда залезла. И что здесь надо делать. Так. О! Вот что надо было делать. И я могла это сделать еще, видимо, с той стороны. Если бы была поумнее чуть-чуть. И понаходчивее. А теперь что? Без понятия. Чего-то я обрубила. Назад вернуться теперь надо, что ли? А, ну да, теперь я, наверное, могу вот в эту дырень пройти, да? Могу. Хранилище. Выглядит все так... таинственно. Что это за штуки такие летают? Вода? Идем дальше. Ой, что такое? Подать питание на двигатель вращения станции. Где-то тут? Там такая штука какая-то светится. Не знаю, зачем я это сделала. Может быть, и не надо было. Видимо, сюда их надо переставлять, да, двигатель вращения. Повернуть. Так. Да, это что, вот так вот надо будет? А я сюда не могу. Может быть, все и не надо? Нет, не подступиться. Так.
Ну, иди сюда. Запас энергии в системах жизнеобеспечения 40%. Ух ты, это я когда забираю, тут, короче, нарушаются. Тоже не очень хорошо все это. Давай, ныряй. Так-так. Так, туда вообще не пробраться. Я туда вообще не хочу. А придется? Да блин, а что тут еще есть? Закрыто. Меня ж тут треснет стопудово. Запас энергии в системах жизнеобеспечения 20%. Ой-ой-ой, тихо. Этот луч ничего другое не разбивает. Блин, но тут будет непросто. Запас энергии в системах жизнеобеспечения критически мал. Так, а что дальше? Вся энергия перенаправлена с систем жизнеобеспечения на двигатель вращения. Двигатель запускается из центра управления. Системы жизнеобеспечения отключены. Вернуться в центр управления в крыле Либра. Блин. Блин. Как это сделать? Я вообще без понятия, где это было. Я же через эту дверь пришла. А, вот дверь открылась. Только что ж было закрыто все. Туда? Видимо. Но явно не сюда. Погнали. Система жизнеобеспечения отключается. Запас кислорода малый. Плохо дело. Система жизнеобеспечения отключены. Запас кислорода критически мал. Так, куда мне надо вернуться? Либра, а я где? Давай двигайся быстрее, что такое?
Либра. 3. А я 2 сейчас. Без понятия, где оно может быть. Нет, не сюда. Давай двигайся быстрее как-то. Вообще так медленно двигается он сейчас у меня. Да блин, а где тут выход? Нет. Либра. Ну вот сюда. А, это я так долго искала. А я не оттуда пришла случайно? Системы жизнеобеспечения отключены. Запас кислорода почти истощен. Так, помещение для сна. Центр управления. Тихо, взаимодействовать. Активировать двигатель. Активирован. Космический лифт включен. Фортуна-1, станция Пирсон начала вращение своего внешнего кольца. Похоже, вы снова устраиваетесь как дома. Что? Нас просто разорвало на кусочки? Что происходит? Да ладно. Да ладно. Офигеть. Кислород. Фортуна, вы нас слышите? Фортуна! Ну и что? А где еще кислород? Нет, это не кислород. Давай, давай, ты успеешь. Вот там есть... Ох ты ж, блин. Не успела я. Может, надо было еще как-то толкаться? Живее чем-то куда-то. С какого момента нам дадут? Сохранений тут нет, они автоматические. Так, попытка номер 2. А вот вижу еще. Вот еще вижу. А куда нужно вообще? 25 секунд. Больше я не вижу кислорода. Вот там может быть. 18. Давай же быстрее, хоть как-нибудь. Интересно, интересно. Вот тут много его, кстати. Черт! Это было нечестно. Ну вот. Но тут же есть минута. Куда дальше? Луна, Земля. Куда мне идти? Туда? Или туда мне не надо? Я без понятия. Сюда все-таки, да.
35 секунд. И я здесь не вижу ничего. Нет кислорода, нет. Да уж. 19. 12. Вижу. Успею? Все, больше нет? Так, вот там что-то красным моргает. Наверняка туда надо. Внимание! Обнаружен пробой в корпусе. Всем сотрудникам собраться у орбитального лифта для эвакуации с объекта. Так, здесь не пройти. 8 секунд. Как так? Для эвакуации с объекта. Блин. Внимание! Почти получилось. Опять с самого начала, нет? Это даже интересно. Опять мне не дали его использовать. Ну да. Вот же, блин. Так, куда? Куда дальше? Так, что тут ближе? Вот это нижнее. Вперед. Для эвакуации с объекта. Внимание! Обнаружен пробой в корпусе. Кажется, получилось в этот раз.
Да. Спускаемся на Луну в лифте. Здорово. Кстати, хочу отметить, как здесь правильно, как в настоящей научной фантастике, был сделан звук, только что не были слышны объявления до тех пор, пока не закрылся шлюз лифта и не выдали воздух. Давайте здесь сделаем перерыв, а к вам у меня огромная просьба. Поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями в соцсетях, напишите в комментариях, интересно ли вам смотреть мое прохождение этой игры, любите ли вы научную фантастику и игры про космос. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, и вы будете получать оповещения о выходе новых прохождений этой и других интересных игр, а они будут уже очень скоро.